За прошедшие 7 месяцев в регионе в ДТП погибло 49 человек. 791 человек получили ранения различной степени тяжести. При общем снижении смертности в ДТП по региону цифры все равно высоки. Количество аварийных ситуаций за первое полугодие увеличилось сразу в 11 муниципальных районах. Но, как мы с вами говорим, за каждой трагедией стоят жизни людей, искалеченные судьбы. И тех людей, которые погибли, уже не вернуть. Все мы должны об этом прекрасно помнить, понимать, и каждый из нас на своем участке работы должен приложить все усилия для того, чтобы снизить к нулю количество погибших на территории региона. Председатель президиума Андрей Тюрин отметил, что, несмотря на все предпринимаемые меры, не хватает пропаганды безопасного вождения. Также необходимо усилить контроль за водителями. Всего за первое полугодие нарушили правила ПДД свыше 660 тысяч ульяновцев. Из них больше 506 тысяч превышения скорости. Задержано почти 2000 пьяных водителей. Особое внимание уделяется проведению сплошных проверок водителей на предмет и выявления признаков опьянения, контролю за соблюдением правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов, патрулирования автодорог в ненаселенных пунктах, выявление пешеходов, нарушающих правила дорожного движения, ну и, безусловно, нарушение правил при перевозке детей, все, что связано с детским дорожно-транспортным травматизмом. Для безопасного передвижения только в этом году нанесли более 600 километров дорожной разметки на региональных дорогах. Дополнительно установили барьерные ограждения, недостающие дорожные знаки. Помощь инспекторам 224 камеры фото и видеофиксации. В планах обустроить освещение у 21 пешеходного перехода уже смонтировали 18 световых. Также дополнительно 35 передвижных и 6 мобильных комплексов. Еженедельно мы собираемся с сотрудниками госавтоинспекции, где принимается решение о точках передислокации и местах работы стационарных камер согласно аварийности на областных дорогах. Особый акцент сделали на безопасности детей. Сотрудники Департамента автомобильных дорог Ульяновской области с июля приступили к обследованию школьных маршрутов. На территории Ульяновской области организовано 422 школьных маршрута. В настоящее время госавтоинспекцией обследовано 86 маршрутов. И из них на 5 тоже имеются недостатки эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, наличие дефектов. До конца августа подъездные пути к школьным учреждениям, тротуары необходимо отремонтировать, чтобы в соответствии с маршрутной картой школьники могли добираться до учебного учреждения по ровным тротуарам. Алина Тихонова, Даниил Сурков, Улправда ТВ.